Вот, я добралась. Пришла на благотворительную акцию Марфы Милинской «Обители. Белый цветок». Еще Елизавета Федоровна, святая княгиня, организовала. Вот до сих пор живет и процветает. Необычайно оживленно тут. Все в белых платочках. Сестры. Пойду, посмотрю, что здесь. Собачки. В общем, удачно я сходила. Белый цветок взяла. Детям пряники, чак-чак. Такие красивые салфеточки на стол. Сумку плетеную. Ну, всякого разного. Ку-ку. Приятного аппетита вам. Спасибо. У нас чай на террасе. Вот. Срезали вчера тюльпанчики. Украсили мамочка, стол. Мамочка. О, спасибо, Елизавета. Обращаю к своей подруге. Анютка, смотри, какие красивые тюльпанчики. Я попросила срезать на стол. Вот, и салфеточка тебе вот вчера на ярмарке купила. Теперь она твоя. Будет вот красота такая